Снег у нас третий раз за год. Такого, по-моему, никогда не было вообще. И еще тут, помимо снега, и трагедия такая развивается. Тут целая история. Кот нашел чипманка. Вот он тут сидит, бедолага. На ветвях старого винограда. И у него там снег вот здесь. Он, наверное, в два раза глубже, чем чипманк. И он нашел себе прибежище здесь, в винограде. Но тут кот мой, вон он, зараза. Сёма! Который ему жизни не дает. В общем, у чипманка сегодня не самый лучший день, на самом деле. Ну, чипманк — это бурундук, да? В общем, тут у нас снег, трагедия. В общем, полный караул. И обещают всякий лед на проводах. Опять Сёма, ну куда ты пошел? Ну что-то, я не знаю. В общем, обещают нам тут веселую жизнь, на самом деле, в последующие три дня. Ну, будем посмотреть. Ну, давай, прыгай тогда уже, дави этого бурундука. Что теперь, Сёма? А бурундук сидит, бедолага, ему. Ему где он? Вот он. Ему не очень хорошо сейчас, на самом деле. Эй, Кося! Да. Ну, в общем, такие у нас дела. Такие вот у нас тут дела. Все, всем привет. Всем счастливо. Но все-таки надо доснять, конечно, до конца. Вот он, бурундук сидит. Как бы нам тут это сфокусировать все. Ну, ты там вообще живой, бурундук? Или не живой? Вот мой зверь. Ну, зверюга, давай. Хочется. Причем он их паразит, ладно бы он их ел. Он их душит и приносит на крыльцо. И типа вот моя доля в семейном бюджете. О, побежал, Сёма, побежал. Сёма, смотри, лук. Все, не выдержал. Сейчас его Семён Семёныч сожрет. Ну ладно, Сём, отпусти его, ну. Ах ты, паразит такой, а. Сём, ну жалко же бурундука, ну, Сёма. На, ему плевать, у него инстинкты. Но он сытый просто, он только что две тарелки всякого мяса съел, поэтому он его просто с ним играется. Ну не души его только, я тебя прошу, ты. Ай, паразит.